Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире канал 16, передача «Актуальное интервью». И у нас в гостях Олег Григорьевич Васенкин, руководитель объединения «Шашки» Дворца детско-юношеского творчества и кандидат в мастера спорта, двукратный серебряный призер чемпионата мира Алиса Рубцова. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Григорьевич, начнем с шашек в целом, как виде спорта. Ну, мне кажется, он немножко недооценен по сравнению с шахматами и в России, и на мировой, возможно, арене. Вот расскажите, как все-таки этот спорт сейчас живет и какие соревнования проходят? Шашки – замечательный интеллектуальный вид спорта, известен в мире и в нашей стране очень давно. Часто спорят, что такое шашки. Вид спорта – или это искусство, или это наука. В принципе, для нас с Алисой шашки – это замечательный, интересный вид спорта. Но многие говорят, что это наука, потому что есть научные изыскания в области шашек. А некоторые говорят, что это искусство. Иногда есть очень красивые партии, сродни красивому полотну или красивой музыке. Но мы с Алисой считаем, что это вид спорта. Да, Алиса? Да. Ну, вид спорта, он как-то определен? Ну, то есть это официальный вид спорта все-таки? Это официальный вид спорта в реестре Минспорта России. По шашкам проводятся чемпионаты школ, чемпионаты города, области, России. Проводятся чемпионаты мира и Европы в настоящее время. Насколько востребован сейчас этот вид спорта? Вот среди горожан, например. В настоящее время наше объединение «Шашки» очень востребовано. Открыты три группы, и практически набор уже завершен. Может быть, одно-два места осталось вакантных для тех ребят, которые бы хотели. Скорее одно, второе я уже занял. Да. Да. И все группы заполнены. Я помню, был период в советские времена, когда 5-6 человек всего ходило в наш кружок, он тогда так назывался, во дворце пионеров. Сейчас очень много желающих заниматься этим видом спорта. Ну, наверное, благодаря нашим успехам, о том, что о нас везде пишут, нас показывают. Большая реклама, в общем, да, сделана. Да. И родители хотят отдать детей. Даже был такой момент, когда ребенок заходит записываться в объединение и спрашивает: Олег Григорьевич, а здесь записывают, в Болгарию? А, ну это как раз про тот чемпионат, который состоялся в Болгарии. Да, уже услышали ребята, да, им тоже захотелось, как Алиса, поехать сразу на чемпионат. У меня вот вопрос к Алисе. Алиса, как ты пришла в шашки? Расскажи нам вот свой опыт. Как я пришла в шашки? Да, Олег Григорьевич. Я... Ну, играла с воспитательницами в шашки. И воспитатели чувствовали, что я очень сильно играю. И они сделали так, чтобы я пошла на турнир городской среди дошкольников. Вот. И я там выступила неплохо, заняла 7-е место. Вот. И там я познакомилась с Олегом Григорьевичем и начала с ним заниматься. Ну, то есть до этого ты... Ну, будем говорить так, не училась игре в шашки, просто знала, как ходить буквально. Да. Да. Олег Григорьевич, вот этот момент, как вы, молодой талант? На соревнованиях среди дошкольников ребят, те, которые участвуют в этих соревнованиях, таланты не сразу раскрываются. Вижу детей даже вот по выражению глаз, как у детей горят глаза, как они передвигают шашки, уже можно немножко понять. Есть такие ребята, которые закрыты. Сразу талант очень тяжело увидеть. Ну вот Алису я сразу увидел по глазкам горящим, когда она передвигала шашки. Она делала это стремительно и задумывалась иногда, рассчитывала позицию. И потом Алиса пришла ко мне во дворец детского и юношеского творчества, и мы начали заниматься. Алис, сколько лет ты уже занимаешься? Шашками я занимаюсь 3,5 года уже. То есть за 3,5 года... Мы прошли путь от детсадовца, знающего правила, неплохо играющего, до серебряного призера чемпионата мира среди девушек. Серьезный такой прогресс, да? Да. Ведь... Насколько я знаю, есть правила, да, вот утвержденные как вид спорта, да, шашки, да, именно вот Министерством спорта, и там есть определенные категории возрастные.
То есть, вот, может быть, поподробнее, потому что, ну вот, я так понимаю, у тебя категория до 9 лет включительно. До 11. До 11. Уже до 11 лет, да. А. В следующем году у Алисы, Алиса переходит в новую возрастную категорию до 14 лет. Да, Алиса? Да. И там будет ей намного сложнее, потому что там девушки очень сильные будут в этой группе. Но мы надеемся. Сколько еще групп возрастных у нас? Всего обучается? Сейчас в России и в мире проводятся соревнования до 9, до 11, до 14, до 17 и до 23 лет. Это все вот возрастные категории. Потом уже переходят в категорию взрослых шашистов. А старшие? До 23 лет, самый старший. А после 23? Там уже взрослые. Там уже взрослые играют. Взрослые, да, турниры для взрослых. Ну что, поиграем немножко в шашки? Вот я, так как человек, который знает только игру в Чапаева, вот, ну, все, кто играл в шашки, понимают, о чем я, да? Известная игра. Известная игра в Чапаева, да. Поэтому, возможно, вы, Алис, может, ты мне покажешь несколько дебютов и, возможно, ну, старта игры, да, вот с чего начинается игра вот в шашки? Какими фигурами ты вообще, цветом точнее, не фигуры, фигуры в шахматах, да? Каким цветом ты предпочитаешь играть? Ну, я люблю и белыми, и черными играть. Мне как бы без разницы играть. Главное знать дебютах. Да. Дебюты хорошо. Ну, покажи нам, какой вот дебют. Белыми лучше играть либо вот так вот, либо вот так вот. Игра в центр. И по бортам не нужно забиваться. Нужно вводить вот эту вот отсталую шашку и вот эту вот отсталую шашку. Нужно вначале вот эту вводить. Ну, там, допустим, вот так как-нибудь вводить, да? А потом уже после вот этого как-нибудь вот эту вводить. Вот эту вот отсталую. То есть вся задача вывести, да, две отсталые шашки, которые на нижних полях, да? Да, занять центр и зажать соперника по бортам. Вот, а вот эти вот три шашки, это золотая, это серебряная, это бронзовая. Их нужно держать до последнего. Почему? Почему золотая, серебряная, потому и бронзовая? Потому что золотая шашка, ее нужно держать до последнего, потому что она пойдет на помощь, на выручку. Ну, к любому флангу. Угу. Она вот как бы в центре стоит, да, Алис? Да. Это шашка. И вот эти вот тоже, они могут пойти на выручку, на помощь, вот. И вот доска делится напополам, как вот так вот, да, так и вот так вот. Это левый фланг, а это правый фланг, вот. Нужно левый фланг вначале развивать, а правый фланг стараться держать вот на месте. Но это стратегия вводить именно для белых, получается, да? Да. Ну и для черных тоже держать. Самое, только наоборот. Да, только все. Да, все наоборот. Вот. Дебют кол, который я люблю играть. Это, допустим, вот так, cd4, b5 и dc5. Ставим кол. Вот. Ты объясни, почему он называется кол? Кол, потому что это как бы шашка сильная, центральная, которая держит вот эту шашку, она вот так не может пойти, вот эту шашку, угу, вот, шашку вот эту сила, шашку, угу, да. Ну и вот эту. Если мы будем нападать на эту шашку, то мы будем рассматривать, что у нас вот эта вот шашка может пойти на выручку, чтобы защитить на вот защиту, эту шашку. Да? Угу. Вот эта вот шашка и вот эта вот шашка. И, конечно, сюда мы не будем нападать, потому что у нас, ну вот, целая бригада шашек, которые, ну, защитят ее. То есть как бы черные силы не нападали, у белых всегда есть защита, да, этой шашки, вот, да? Вот у черных три нападения, а вот b8 шашка, c7 и d8. Ну, если брать с точки зрения зеркальности, да, получается, позиции, то здесь уже вот эта шашки уже ее нет. То есть она здесь есть, там нет. Да. То есть уже, да, уже более сильная получается, да, позиция для белых. Белые держат центр. Да, и черным здесь остается только выбирать, играть на окружение, то есть завязывать белых по центру. Угу. Ну, например, вот какой, ну, следующий это черных очень можно, сложно можно сделать? Будет делать. Черные вот начинают ожидать развивать тоже свой левый фланг. Ну, потому белые них вот так продолжают, угу, играть. Черные сюда идут. Ну, или вот так. Здесь как бы без разницы. Сюда. А, ну, то есть, соответственно, развиваешь ту шашку, левую, которую надо вывести. Шашку, да, да. Подставу. Вот. Он выводит так же. Мы сразу сюда. Ну, то есть, соответственно, здесь уже получается защита вот этой шашки от возможного, да, нападения. Вот. Допустим, он пойдет вот так вот следующим ходом, а мы можем вот так поставить. Поставить разменять сильную колонку. Да, да, да. Вот. И которая будет угрожать на одну отдачу и побить две можно будет. А вот теперь покажи Петру, что будет, если черные неаккуратно пойдут H8, G7.
И здесь в шашках нужно думать, потому что, ну вот бездумный ход, допустим, так бы и пошли бы вы, допустим. Он простому, да, человеку кажется нормальный, но на самом деле, да, этот ход проигрывает парчи. На самом деле парчи, этот, да, ход проигрывает парчи, потому что мы идем вот так. Надо черным бить. Да, то есть я обязан съесть. Да. Да. Или, ну, так, давай, или так. Давай. Как вам? Так. Так. Белые бьют. Так. Черные бьют. Черные бьют обязательно. Так. И белые проводят комбинацию. Одну шашку отдают, черным бить. И белые бьют раз, два, три и попадают в дамочки. А, вон она что. Ничего себе, вот это розыгрыш. Да. Шашка с короной, да, это у нас дамка. Ну и, соответственно, раз-раз и в дамке, да, как говорится. Бац-бац и в дамке. И здесь уже черным можно сдаваться. Ну да, тут уже, мне кажется, без вариантов. Ничего уже им не светит. Вот, вот такой дебют кол, любимый дебют Алисы Рубцовой, да? Это из для белых. Ну, он, собственно говоря, такой же и для черных. А как, да, разыгрывается первый ход, кстати говоря? Кто первым ходит? Белые, всегда белые. Всегда ходят по правилам, ходят белые. А, ну, соответственно, разыгрывают цвет сначала. Там, да, ну, как, да, кто каким цветом играет. А дальше? В настоящее время по правилам очень много соревнований проводится по системе микроматчей. Uh-huh. То есть одну партию соперник играет белыми, а другую черными, чтобы уравновесить шансы. Uh-huh. То есть не так, чтобы... У белых, да, более сильный первый ход, поэтому... Ну, всегда... в шашках, в отличие от шахмат, угу, нет преимущества первого хода. Если вот шахматисты считают, если играешь за белыми, есть какое-то преимущество в игре за белых. Ну, инициатива как-то. Инициатива, да. В шашках такого нет. В шашках равнозначно. Или ты играешь белыми, или черными. Одинаково. Можно показать еще один очень интересный дебют. Давайте сначала еще за один черных дебют. Давайте еще один дебют посмотрим. Да. Давай, Алиса, я буду диктовать, а ты делаешь ходы. Белые начинают c3, b4, черные d6, e5, b4, белые b4, a5, черные b6, c5. Да. И вот здесь ход за белых b2, c3. Проигрывает. Вроде бы, кажется, только три хода сделали, mm-hmm, да, белые. А все, вот этот ход проигрывает. Не все даже опытные шашисты знают это. Вот сейчас Алиса нам покажет, как здесь выигрывает черные. Сначала отдаем одну шашку. Бить обязательно белые в шашках. Бить, да. Потом мы еще одну отдаем, мы бьем. То есть таким образом позицию подготавливаем. Да, да, подготавливаем позицию, заставляем шашку А1 выйти на поле С3, и еще одну шашку отдаем и прорываемся в дамки. А. То есть, соответственно, да, шашка попала на преддамочное поле. А да, потом следующий, да. Но сейчас ход белых, и для того, чтобы не пустить черных в дамки, приходится еще одну шашку отдавать. Но здесь преимущество уже 6-8, и практически белым бесполезно сопротивляться. Вот такой интересный дебют. И мне уже страшно. Я очень волнуюсь. Ну что, давай, по-быстренькому. Я знаю, что редакция болеет за меня, но мне это не поможет. А дворец детского творчества, наше объединение, болеет за Алису, да, Алис? Ну ладно, я повторю ход. Да, давай. Хороший ход. Хороший ход. Так, мне надо развивать левую сторону, так, да, получается? Да. Хороший ход. Нам же все знает, я вижу. Дальше продолжаем левую сторону развивать. Да. То есть, по идее, я должен... Нет, нет. Нет? Вначале, а если мы вот так пойдем, то мы потом уже вот так не сможем пойти, потому что так, да, будет и вот так. Ну, это, да, уже будет, да, связка, поэтому понял. Все это будет стоять на месте. Лучше поэтому вот этот ход вот сделать, сюда. C3, B4. Да, я как раз вот размышлял, ту или ту. Белым надо бить. Да, без вариантов. Так. Ладно, сюда. Белым надо бить. Это я вещи тоже забираю. Угу. Черные бьют. И вот здесь, даже не подозревая, Петр разыграл дебют, который называется отыгрыш. Отыгрыш? Да. Ну, потому что здесь отыгрывается отыгрыш с разменом вперед. А, понятно. То есть мы по две разменялись, да, и тем самым, да, все равно... От слова отыгрывать. Вот теперь уже можно развивать шашку А1, Б2 отсталую. Ну, соответственно, да, да. А1 выводить. Так. Алиса делает... Да, нам не надо. Ловушечный ход. Вот сейчас все зависит от того, как Петр сыграет. Ну, когда? Очень многие шашисты думают, что надо развивать левый фланг. Не надо. А я там потом еще поймаю. Я, наверное, так скажу. Да, правильно.
Петр, наверное, где-то в детстве занимался, наверное, в каком-то шашечном кружке. Я чувствую подставу какую-то. Я же вижу, то есть... Ход B23 был проигрывающим. Она была опасной, потому что ее надо... Это была ловушка. Все, потом уже не надо ничего говорить. Олег Григорьевич молчит. Не, ну ты что, я же не умею. Я же тебе говорю, я уровень Чапаева, что ты... Так. Дай-ка мы так сходим. А назад едят, да? Бить назад можно, ходить нельзя. Простые шашки назад не ходят, только вперед. Бить можно. Давай, может быть, допустим ошибку, но мне хочется вот сюда. Да? Черные бьют. Да. Белые бьют. Так. И возникла комбинационная идея. Черные отдают одну шашку, белым надо бить. Черные отдают шашку. А, да. Белым надо бить. И ты забираешь три шашки. И забирает она за одну три шашки. То есть две шашки она выиграла. Да. Ну, хоть не в дамке. Так, ну все, мне кажется, тут дело техники, да? У серьезных шашистов потеря даже одной шашки – это уже невосполнимая потеря, а тем более двух шашек – это уже… Ну, давай доиграем тогда. Тут уже не имеет смысла, тогда получается. Да? Ты можешь комментировать. Это, конечно, ход такой. Вот это самая опорная шашка, которую надо было держать. А-а-а. Золотая, которая, да? Угу. А, ну, соответственно, я эту должен был выводить первой, получается, так? Ну, не обязательно, на борт. Угу. Это вот те шашки, которые H2, H4, это конечно. Бортовые шашки, как бы их называются. Ну, в этом случае уже... А сюда пойдем. Я не знаю, ничего. Да тут уже все понятно. Так. Так. Так, получается, я вот так две. Должен, да? Угу. Черные бьют сначала одну шашку, и та шашка тоже горит. Та горит, да. А туда ставить нельзя. Ну, ладно. Черные бьют. Белых единственный ход. Да. Черные заходят в любки. Что? Это положение, когда две шашки, вот как бы в воротике они зашли, зашла черная шашка, да? И этот термин называется в шашках «любки». Угу. То есть, по-любому, одну из шашек, или B4, или D2, следующим ходом черные побьют. Ну, то есть, соответственно, у меня выбора тут особо нет. Да? Должен так идти. Если уже приготовили дамку. Да. Она уже подозревала, что ей придется дамку поставить. Что тут подозревать? Сейчас вторую поставлю. Ну, в общем, все. А вот шашка белая пошла в дамке. Опять B6. Последний ход. Петр. Ну вот. Опять B6. В дамке. В дамках побывать. Вот. Мы с Петром пошли опять B6. Алис, что будешь делать? Вот, она жертвует шашку. Не дает. Обязаны ее. Да, нужно бить. И еще одну отдает. Подставляйте сам меня под дамку. Да. Ну, мне было не стыдно. Я думаю, в этой ситуации, я думаю, не... вообще есть у тебя соперники в Сарове? В Сарове? Да. Тимур Стегунов и Миша Ковалев. Которые с тобой вот прям борются до последнего. Ну, Тимур, да. Ну и, наверное, еще Вадим Санкин, да? Ну, Вадим, да. А это же из ровесников. Олег Григорьевич со своими учениками в качестве соперника уже, наверное, не может играть. Почему? Только в качестве тренера. Мы на своих занятиях используем такой элемент, когда
я в одной из партий, играя со своими учениками, незаметно от них делаю ход проигрывающий. Mm-hmm. Задача игрока – найти этот ход. Если они находят, значит, молодец. Если нет, значит, что-то не так, нам нужно еще работать. То есть исправить своего тренера и подсказать ему ошибку, да? Нет, просто нужно провести, уже показать выигрывающий вариант. Угу. То есть нужно меня обыграть. И когда мы встречаемся уже на серьезных соревнованиях, я ловлю себя на мысли, что мне каждый раз хочется сделать слабый ход для того, чтобы мой ученик нашел этот вариант и выиграл меня. Угу. То есть система такая, что каждый ученик должен превзойти своего тренера. Вот у нас примерно такая же система в обучении. Да, Лис? Да. Насчет соревнований. Ведь внутригородские и областные соревнования это органами власти организуются. Да. Да? А вот насчет международных выездов, все-таки насколько это обременяюще и как вообще удалось попасть на чемпионат мира? На чемпионат мира Алиса попала благодаря своей победе в марте месяце в Самаре на первенстве России. Угу. В основной классической программе Алиса в упорной борьбе заняла первое место. И благодаря этому вошла в состав сборной России. Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить за моральную и материальную поддержку нашей юной шашечной звездочки Алисы Рубцовой Союз организации атомной отрасли «Атомные города» в лице директора Фроловой Марины Николаевны и начальника отдела по взаимодействию с органами власти и общественностью Красногорского Евгения Игоревича, ведущего специалиста, непосредственно координирующего наши действия, Шадрину Ольгу. Mm-hmm. Спасибо этим людям большое. Благодаря их помощи, благодаря их действиям, сборная России по шашкам на чемпионате мира получила 2 серебряные медали. Алис, вот к тебе, может быть, такой вопрос в конце передачи. Все-таки, что для тебя шашки? Вот какие качества, да, почему, что внутри ты себя чувствуешь, когда играешь? Раньше для меня шашки это, было мое хобби, игра, да, а сейчас для меня шашки это уже жизнь. Ты к этому так серьезно относишься? Да, я каждый день, не бывает такого дня, что я не занимаюсь шашками, я каждый день уделяю шашкам много времени. Угу. Все-таки, какие навыки они развиваются? Может быть, Олег Григорьевич поможет? Целеустремленность. Счет математический, да? Да. Нужно считать позицию, свои возможности, возможность соперника. Память. Логику. Да. Еще? Усидчивость, да? Когда проходит шашечная партия, долгое время приходится сидеть, нужно перебороть себя. Алиса у нас очень часто играет стоя. Некоторых соперников это раздражает. Это не запрещается правилами. Да, можно. Алиса, наверное, так лучше видит доску, когда сверху ей видно все моменты на доске. Да, Алис? Вообще хорошая память нужна для того. По идее, это надо все помнить. Да, да. Начиная от обозначений каждой клетки, 64 клетки, да, на доске, и каждую ее по цифре запомнить. Я думаю, что Алиса, даже если закрыть все цифры и буквы, она каждое поле уже наизусть знает, да, Алис? Ага. Легко. Память у нее развита очень хорошо. Нужно отметить, что в какой-то мере, благодаря шашкам, Алиса и в школе учится только на отлично. Да, Алис? Да. Был сеанс одновременной игры, где ты играл сразу, по-моему, 10 партий. С 10 соперниками одновременно. С 10 соперниками, причем они еще и взрослые были. Иван Иванович Ситников, уже там самый старый депутат у нас городской думы. Вот ты уже 2 депутатов обыграл. Иван Иванович в свое время был председателем Федерации шашек города Сарова в течение, по-моему, 5 лет. Это серьезная победа тогда получается. Все-таки есть какая-то разница между шашками для детей и шашками для взрослых? Шашки среди детей, они более романтичные. То есть у детей нет такого, что я буду именно вот так играть. То есть они могут играть как угодно. Угу. Главное – выиграть. У взрослых они более прагматичные. Взрослые играют определенные дебюты и соответствующим образом к этому готовиться. Угу. Мне не стыдно было проиграть 2-кратному серебряному призеру. Я призываю вас, играйте в шашки. А на этом у нас все. И мы увидимся с вами через неделю. До встречи и до свидания. До свидания. До свидания.